Несмотря на отмену массовых мероприятий, Севастополь готовится к наступлению Нового года. В самом центре города, на площади Нахимова, уже устанавливают праздничную елку. 9 декабря рабочие смонтировали металлический каркас главной героини новогодних праздников, а совсем скоро на нем прорастет искусственная хвоя. Преображается и весь центр города. Перед Графской пристанью уже установлены традиционные цифры будущего года, украшенные праздничными огоньками. На самой площади возвышается каркас будущего новогоднего туннеля, который уже в ближайшие дни подарит всем севастопольцам и гостям города праздничное настроение.